Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Ребенок-пассажир-пешеход». Автоинспекторы уделили особое внимание правилам перевозки детей в автомобиле, а также призывали пешеходов соблюдать правила дорожного движения, переходить дорогу в установленных местах и использовать на одежде световозвращающие элементы. Дорожные полицейские побеседовали с родителями, а для закрепления полученной информации вручили тематические листовки. Дети получили в подарок световозвращающие брелоки и ленты.